Неизвестные подорвали автобус в Якутске. Такова легенда масштабных антитеррористических учений ФСБ. Подробнее о них расскажет Виталий Абрамов. Согласно замыслу учения, неизвестными лицами был осуществлен подрыв автобуса недалеко от нефтебазы. Находившиеся в транспорте люди погибли. После подтверждения информации на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения специальных служб быстрого реагирования. На нефтебазе начался пожар. Территория населенного пункта была объявлена зоной контртеррористической операции. Виновников теракта удалось быстро выявить, но склонить их к сдаче оружия не получилось. И штаб принял решение о силовом варианте обезвреживания преступников. В результате условные террористы были нейтрализованы. В обезвреживании преступников приняли участие более 100 военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа. По итогам учения были выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности стратегического объекта и проверена готовность сил и средств, привлекаемых для пресечения возможных террористических актов. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.